11 июня завершил работу летний детский спортивно-оздоровительный лагерь при храме Рождества Христова. Он был организован по благословению настоятеля храма протоиерея Александра Игнатова. Напомнить вам слова нашего Господа Иисуса Христа, который сказал: «Царствие Божье усилием берется, и употребляющие усилия восхищают его». Вы учились здесь препятствия преодолевать. Эти усилия понадобятся вам, когда вы будете изучать новые дисциплины, познавать новые знания и, самое главное, укрепляться и физически, и духовно в дальнейшей вашей самостоятельной жизни. За время проведения вы стали действительно чуть-чуть крепче. Каждый посмотрел на себя со стороны, где он в чем слаб. Конечно, не все успелось подтянуть вас, но я думаю, что все на себя посмотрели и теперь будут дома продолжать заниматься, следить за своим внешним видом, за своей духовной составляющей, за своим физическим состоянием, да? Вот, поэтому желаю вам успехов в дальнейшем. В завершении ребятам были вручены грамоты за участие в военно-патриотическом лагере. Залесская Дарья. За время работы лагеря ребята физически и духовно окрепли. Я еще ни разу, не пожалел то, что пришел сюда. Мне в этом лагере понравилось, я хочу еще сюда приходить. Если бы было хоть месяц, я бы здесь и осталась. А так жалко то, что 2 недели. Ура! Ура! Ура!